Ну, ребят, я думаю, начнем. Это, я думаю, картина по любасу, блядь. Опс. Да, картина одна штука. От кого, блядь? А. Чё такое? Чё пришло, блядь? Спасибо, я Нова. Спасибо большое за подписку. Это у нас, ребят, от... Блядь, как мелко, ебать. От Анна? Я точно вижу... Или Алла, блядь. Или Анна, блядь. Ну, по-моему, Анна. Анна Владимировна... Анна Владимировна. Ой, я не могу прочитать вашу фамилию, она невероятно мелкая. Гри... Гриня... Ого, блядь. Ну, короче, ладно, давай будет Анна Владимировна. Прости, пожалуйста, не могу прочитать твою фамилию. Чисто невозможно, блядь. Из Беларуси. Ага. Могилевская область. Во, это я понял. Город Бобруй... Бобруйс... Договор подписан. Не вижу нихуя. Передай привет Алисе Лепс. Алисе Лепс, передаю большущий привет. Я вот отвечаю, я читаю, у меня даже глаза ебутся, насколько это мелко, поняли? Это очень мелко. Все, появился смайлик, вон с форточкой вам. Ха-ха, блядь. Да, нормально выглядит, прикольно, блядь. Сука, с форточкой. Разъемно. Ну хорошо, все, смотрим. Я думаю, Анна Владимировна с этим не проебался. Так. Блядь, запаковала красиво, пиздец. Как бы это распаковать? Аккуратно, блядь. Ага, блядь. Маленький немного. Ну слушайте, он просто большой, понимаете? Он не, посмотрите, он по размерам примерно такой же, как и с цветами. Один в один. Просто там форточка, два объекта же. Поэтому... Там не сделаешь ты больше, там же два объекта, понимаете? Блять, сейчас, я аккуратно пока распакую. Да норм, да нормально, блять, чего он мне... Нормально он не маленький. Ну можете побольше сделать, Миша, а попроси, пожалуйста, человека чуть-чуть побольше сделать, если это возможно. Да, по-моему, больше и не сделаешь, короче, я так думаю. У меня нет этого смайлика, это за подписку, потому что. Кобочки, блядь. Так, здесь больше нихуя. О, пахнет як, бля. Сосной чине... А, блядь. Договор. Какая-то крошка в нос залетела. Привет, только что пришла на стрим, так как забыла, что он идет. Боже, да прости, блядь. Меня и кратко, 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 и кратко. Ладно, все, прощаюсь. Договор подписан. Привет, передай, пожалуйста, Стеле, что она пиздовка. Кого, блядь, Стеле передаю, что она пиздовка. Бля, обзывательство, детсад, конечно. Спасибо большое. Да, блядь! Да ты шо, блядь? Блин, она хлипкая такая. Вот, а, я понял, тут не завернуто до конца. Вот здесь эти пипки, они не завернуты, смотрите, вот. Оп, оп. 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 Все, теперь намертво, блядь. Ну чё... Да ты шо, блядь, прикольно. Малевич такой, да? Ты, сука, в таком образе, блядь. Ну разъёб, блядь. А сзади что-то есть? Нет. Ну-ка. Еще была записка, давайте почитаем. Даня, привет, и Чачу тоже пламенный привет. Кстати, почему Чач? Ну потому что недавно снова начала тебя смотреть, не в теме. Интересно. Слушай, нам-то как интересно. Там написано было? Где? А я не вижу надписи. Но я вижу здесь... А, здесь ничего нету. И сзади ничего не написано. Вот такой картин. Картин. Бля, ну оформление мощь. Все, все, ничего не написано. Так. Ну как, просто Чач. Вот так было. Я, по-моему, затупил, так назвал, короче, если не ошибаюсь. Надеюсь, посылка дошла в целости. Да, полной сохранности. Для меня это супер важно. Вообще, мне еще не приходилось зарисовывать что-то подобное. Хотя договор по результатам... Подписан. СПС, результатам с большого... 5 евро меньше, чем ты. С
Спасибо большое за 5 евро. Привет. Можешь поздравить мою подругу Катю с недавно прошедшим ДР. Мы любим смотреть твои стримы и нарезки с собой. Ты лучший. Вы заебете немножко, блядь. Че упаковка? Привет, Даня, скажи честно, ты меня ненавидишь? Просто интересуюсь. Да. Да, ненавижу. Спасибо, Поля, большое. Ребят, спасибо вам всем большое за донат. Кто еще раз? Катю, я поздравляю с прошедшим днем рождения, желаю ей счастья и здоровья. И Ворклин, еще раз спасибо тебе большое за 5 евро, дайте бог здоровья. Без тараканов, рви упаковку так, как тебя разрывает от любимых исполнителей. Там вот так было написано. Поехали дальше. Так, вообще мне еще не приходил. Так, это я читал. Ты красавчик, Даня, но рисовать твое лицо так мелко было трудно. Ну, конечно, оно мне такое ебаное, блядь. Там, где не сильно похож, это я побоялась подрочить листочек. А, дальше не для чатика. Все, понял. Спасибо большое за донат. Какой нахуй донат, блядь. Ой, блядь, да уже 5 часов стримлю. Вот заметили, у меня есть какой-то... Блядь, что с музыкой, объясните, блядь. Вот есть какой-то период времени, да, после которого я начинаю слова путать, короче, тупить, блядь. Вот реально, вот мне кажется, 4,5 часа... Нет, 4 часа 40 минут — это вот идеальное время, чтобы я стримил. Дальше я уже начинаю все слова путать, уже, ну, плавлюсь, короче. Все это понятно. Спасибо большое, Анна Владимировна, за картину. Дай бог здоровья. Спасибо большое. В мою коллекцию уйдет картин, блядь. Значит, нужно оффать. Ну, надо, блядь, это сам, посылки распаковать. Спасибо большое. Так, следующее, погнали. Суркова Анна Сергеевна. Йошкар-Ола. Но она что-то очень легкая. Она прям невероятно легкая. Ай, блядь. Наконец-то застал распаковки. Ребят, я же знаю, как вам это нравится, пиздец. Ебанет, но не должна, там вообще нихуя нету. Опа, блядь. Ну там не кроссовки, блядь. Сейчас тараканы повылазят, блядь. А, футболка, скорее всего. Все. А, кепка, блядь. Блядь! Какой нахуй Бравл Старс? Вот эту хуйню я надевать не буду. О, прикольно! О! Я думал, тут тоже Бравл Старс. Бля, она мне... Это не мой размер, блядь. Это не мой размер, она тонкость. Ой, маленькая. Договор подписан. Ты забыл меня, наверное, уже, пока я тут в лесу сижу уже месяц, ёпта. Не-не-не, мы каждый стрим о тебе помним, Поля. Конечно, каждый стрим мы о тебе вспоминаем. Я говорю, да нормально все с ней, не переживайте, ребят. Спасибо большое, Поля. Не, вот это прикольная футболка с помидором, блядь. Это еще вышивка, поняли? Крестиком, если не ошибаюсь. Какая-то чине, блядь. Это прям вышивка, поняли? Даже не наклейка. Бля, но она не под размер, короче. Ну, чуть-чуть она меньше. Хотя... Ну, да не, вроде под размер. Надень. Да сейчас неудобно, ребят. Ну, реально неудобно. Подписан. Уфимские мальчики и девочки. Умоляю, давайте как-нибудь соберемся, пивка попьем. Спасибо большое. Договор подписан. Гначу впервые, чтобы сказать, что в субботу у меня не будет на стриме. Свадьбу, брата. Не теряй. Схуяли, блядь. Блядь, она еще... Ты посмотри, у какого серьезного человека ты сейчас на стриме, да? И говоришь ему, что ты на эти стримы не будешь приходить, блядь. Посмотри еще раз внимательно. Подумай еще раз над своим поведением, блядь. Ну, футболку я сейчас надевать не буду, ребят, вы уж простите, а в кепка разъеб. Сейчас я буду в ней стримить. Спасибо большое, вышивка хорошенькая, блин. Ну, говорю, просто сейчас пока не надену, блядь. Не обижайся. Но футболки, почти все, которые мне присылают футболки, если они не совсем, ну, кринжовые, да, если они не прям для контента, а какие-то милые, прикольные, я все ношу, реально. Вот без шуток говорю, все ношу, с кайфом вообще. Поехали дальше, это вроде... А, нет, записка, блядь. Поехали. Привет, Даня. Что писать, я хз. Сделал для тебя футболку с твоим портретом. Надеюсь, сама ты помидор, блядь. Надеюсь, понравится. Понравилось. Размер, надеюсь, подойдет. Вроде, блядь, ну я, конечно, пока это, хз, но вроде, блядь, вроде в натяжку подходит.
Подруга попросила передать, что если бы она стала сутенером, не поддерживая, то только бы если Данила был куртизанкой. Договорились. Передай привет Софье Ширковой. Софье Ширковой привет. Кому? Маше Романовой передаю привет. И Мише Сурковой передаю привет. Есть. Ты, конечно, немного дурачок, но мы тебя все равно любим. Да пошла ты, блядь. Это Артик для тебя от моей подруги. Там опять помидор, блядь. Видите? Опять помидор, блядь. Сама ты нахуй. Футболку лучше на деликатной стирке стирать. Ну уж как стирать вещи, я знаю прекрасно. Я настоящий бравлер сегодня, да, ребят? Я похож на человека, который играет в Brawl Stars? Ну все, в принципе, да? Больше записок, вроде я опять проебусь где-нибудь, блядь. Вроде ничего, все, футболка, кепка, да, я не ошибаюсь. Все, спасибо большое, поехали дальше. Опца, блядь, вот эта посылка какая-то здоровая, блядь. Там что-то мягкое внутри. Блядь, даже не знаю, что это, ребят. Слушай, тут... А, вот. Как? Чей это? Чепель, да, получается? Чепель? Чепель Марии Олеговны. Ну, просто так написано. Вроде чепель, вроде это че. Ну, короче, Мария Олеговна, это у нас из Якутии. Из Якутска, собственно. Минус Даня. Что минус Даня? Сибирская язва. Спасибо, ребят, большое. Вот это ебанет, да? Сейчас посмотрим. Блин, ну какая-то... Что это за хуёвина, блядь? Блядь, да нахуя мне вот этой хуйни навалили, блядь? Подожди-ка, блядь. Блядь. Опа. Так, нашел, блядь, в коробке. Вот с этой хуйней, блядь, нашел коробку. Все, больше ничего нету. Вот такая коробка, блядь. Ну, слушайте, раз она ее пыталась это самое немножко умягчить, короче, возможно, там что-то есть, блядь. Да, на сибирской язве запакованы. Сейчас откроем, блядь. Музыка угара, не говорите, я даже менять не буду. Пиздец. Бум-б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 ум. Добрая музыка. Договор подписан. Я проебал наушники у себя дома и не могу найти. Уже жиза, пиздец. У меня все. Ну я чем же... Чем старше... Спасибо большое за донат. Вот жиза, пиздец. Чем старше становлюсь, кстати, тем больше начинаю вещей раскладывать на свои места. Вот это заметил. Места. То есть у меня провода все вместе сложены, всякие эти, блядь, ну реально странная хуйня, короче. Вот теперь я начал меньше вещей терять. Советую. Что такое поле? Что, короче, ладно. Это ты про лес? Я не понял. Ты говоришь, я сижу в лесу, про меня забыли. Я говорю, нет, мы тебя пиздец помним. И ты говоришь, ну ладно, ну я же не знаю. Ну вылезай из леса, давай иди к нам, блядь. Что мне сейчас сказать? Спасибо большое. Сколько еще будет стрим? Все места уже отлежались и отсиделись. Ну ты попрыгай немножко, но смотри стрим, продолжай. Опять это хуёвина. Вот как без этой хуйни, да, обойтись? Вот скажите же, блядь. Как без этой вот этого конфетти ебаного? Как же без него, блядь, доедет посылка? Никак, блядь. Договор подписан. Мы же теперь друзья. Ага, надушило, блядь. Конечно, мы друзья, ребят. Конечно. Векс Квек. Какой знак, твой ник? Конечно, мы друзья. Я тебя вообще знаю еще, ну, сам знаешь, какого возраста. Бля, я не могу эту песню, я переключу. Я как будто в логово, нахуй, в диснеевском мультике в логово антагониста зашел, блядь, музыка. Вот такая хуёвина, блядь. Ага, блядь. Сейчас. Ага. Так. Столько времени прошло, а ты до сих пор рыжий. Ты охуела, блядь? В смысле? Какой нахуй рыжий, блядь?
Я реально рыжий, блядь. Блядь, действительно, нахуй. Ну это, блядь, проблема. Быдло. Так, поехали дальше. Ну хули, там пока ничего. Бля, мне опять чат засрали, блядь. А, все, просто нихуя. Так. Модер, если хотите банить, ну вот, если вам нужно забанить, вы спокойно ставьте смайл мод. Или что-нибудь там для подписчиков только. Вот такую хуйню. Ограничивайте чат, баньте всех. Спасибо, Полин. Ну ладно, не расстраивай. Выходи из леса. Все. Все будет в порядке. Выходи из леса. Я все еще жду ранеток. Они были только что. Они только что были. Сейчас откроют вам чат. Договор подписан. Слышь, рыжий ЧРТ, больше донатить не буду, лучше куплю пиво. Да пошел ты, блядь. Не поддерживай пиво, блядь. Я, ребят, до сих пор эту хуевину распаковываю. Ща. Что это, блядь? А что это, блядь? Бля, там какая-то упаковка от чего-то цельного, чуваки. Я вижу кусочек, коллекция, смотрите, здесь написано коллекция. Видите, какая-то цельная упаковка, блядь, что-то такое, блядь, что-то интересное. Бля, надеюсь, там коллекция квартир. Бля, надеюсь, там просто квартира моя просто будущая, все, блядь. Гент, а что это такое, блядь? На китайском что-то написано. Чине, бля, коронавирус какой-то. Гент, блядь. Keep using best quality. Какой нахуй quality? Даня, я тебя даже чокобоем называть не буду, но, пожалуйста, сними эту хуйню. Я настоящий бравлер. Вы шарите за Бравл Старс? Леон, кто, кому выпадал? Блядь, коллекция. Артикул, бренд, гент какой-то. Чай для заваривания. А, ой, блядь, ну это чай, блядь. А, понятно, я-то думал, квартира, блядь. Немножко ожидания не оправдались. Опа, блядь, ну-ка чаёчек, блядь. Бля, мне можно уже скоро чайное кафе своё открывать? Реально, у меня столько чаёв, блядь. Ну, что-то интересное, блядь. Коллекция чаев какая-то, чине, блядь. А. Ух, нихуя себе, блядь. Чайный набор. Чай Улун. Чай Пуэр. Зеленый чай Мао Фэн. Но я фэн не особо, ребят, не мое. Юнаньский черный чай. Да ну нахуй, блядь. А какой из них какой, блядь, тут все... Сори, блядь, да? Ну, короче, это все чаи, короче, мягенькие такие. Ебать, блядь. Спасибо большое, нихуя себе, блядь. Ну, вот они слева направо, получается. Это у нас Улун. Вот это Улун. Вот это у нас Пуэрчик. Вот это у нас Мао Фэн. Блядь. А вот это у нас, получается, черный чай. Какой-то... Я хочу юнармийский. Бля, я не придумала, просто деньги хочу слить. Ну, короче, я люблю водичку с лимоном. Бля, кстати, тема вообще. Спасибо большое. Все, вот он чаёк, блядь. Сейчас чат вам откроют, подождите чуть. Ну, типа, сейчас всех перебанят, ботов. Договор подписан. Спасибо за чаёк. Чикаль Мария Олеговна. Надеюсь, почта постаралась разъебать посылку, попала нахуй. Кстати, чекай мои инициалы ФИА. Нихуевые, конечно. А, чмо, реально у тебя чмо, инициалы. Пижон насрали на пальто, пижон плачет. Спасибо большое. Понял. Буду знать поле. Подписан. Был обидно, больше не приду. Да ладно, шаман. Да ладно, приходи. Спасибо большое за донат. Надеюсь, почта постаралась разъебать посылку Мария Олеговна. Но, по-моему, у тебя не было. По-моему, ты следующая. Нет, у меня следующая Ника Павловна. А какая из тебя была Мария Олеговна? По-моему, не было. Слушай, вот честно говорю. Сейчас Алла была же, да? Или Анна, по-моему? Анна была. Вот рисунок Анна рисовала, если не ошибаюсь. Вот, блин, просто... А, вот. Сейчас я, может, по записке пойму. Ну, вроде Аня, да, это Аня рисовала. То есть я Марию Олеговну даже не видел. Или это прошлый стрим был? Но это точно не ты, скорее всего.
Да, ну я тебе ничего не могу сказать. Или прошлая посылка, я хуй его знает. Ладно, давайте последнюю посылку. Вроде я нигде ничего не проебался. Опса, блин. Опа, ну вот еще одна. Это у нас от Киселевой Нины Павловны из Санкт-Петербурга. Поехали, Санкт-Петербург. Опца. Блять. Ага. Сидят с маликами, с панкриперами какими-то, блять. Почему меня так смешно назвали? Почему, за что? Поля? Да хорошее имя, Полина. Ты просто Поля не назывался, не называйся, реально тупо звучит. Пиздец, а вот конечно, Полина? У тебя донат вовремя красиво. Приходит. Я донат отправила, как только ты взял посылку. Чекай записку с чаем. Все. Нет, ничего не разъебалось, не переживай. Ой, блядь. А мы прочитали, вот это же, да, ты, блядь, вот это, позор вот этот отправила, все, блядь. Да, блядь. Ну, что-то я подустал уже за сегодня, я чувствую, ребята, да, блядь. Есть усталость уже. Бля, еще работать, блядь. Может, хуй забить, а, сегодня? Может, ну его нахуй, может, посидеть сегодня, блядь, поковыряться в доте, поиграть в доту, блядь. Вот думаю. Блять, я не могу эту хуйню открыть, блять. Короче, я коробку ломаю, но я вряд ли думаю, ты ее сама запаковывала. Привет, Бравлер. Привет, Чачик. Правда ли, что донатеры твои лучшие друзья? Конечно. У меня каждый донатер у меня выписан здесь поименно, я каждого помню. И тебя тоже помню, Эльфенок. Вон ты, видишь? А, ты же не видишь, ну тут написано, короче, про тебя. Поэтому это правда абсолютная, блять. А, я понял, коробку с копками еще, блядь, прихуячили. Ебай, блядь. Да, блядь, как мне ее открыть-то, блядь? Бля, ее с копками запиздячили там, блядь. О, блядь. Фу. Стрим по доте, давайте. Ебать, там тоже коробка какая-то, блядь, смотри. Ой, надеюсь, там ключи от квартиры, блядь, смысла хорошо, иначе нет. Данечка, уговорил, буду приходить. Все, шаман, спасибо тебе большое. Ну, у нас точки соприкосновения, да, нашли мы общие. Так. А, там дохуя, смотри, там еще какая-то хуевина лежит, подожди. А, нет, подожди, или это для мягкости? Для мягкости, да? Да, это для мягкости, весь фокус на коробку, я понял. Ну вот здесь точно... О, как красиво, смотрите. Блин, коробка помялась. А видно вам, видно. Помяли сильно. Данечка, а на альбоме будет фит с карнавал? Или нет смысла ждать? Ну, к сожалению, нет, наверное, блядь. Оп, спасибо большое. Ну, не планировали. Договор подписан. Я так от других Полин отличалась. Короче, спасибо, пообщались, у меня в лес уже мост уехал. Все, замечательно, я рад. Ну, я говорю, Полина звучит красиво, а Поля, ну да, немножко такое. Люба. Ну вот Люба, блядь, что за имя Люба? Вот Любовь? Да ты что, Любовь тебя зовут? Фу. Люба? Иди коров паси, понимаете, о чем я? Ну, Любовь, превосходное имя, понимаете, о чем я говорю? Да ладно, не обижайтесь, каждое имя прикольное, ребят. Каждое имя по-своему. Да не, любовь, вот именно полностью любовь, красиво, реально, прекрасно. Ну, Люба, блядь, ну это сильно, блядь. Сам иди, говорит, паси, есть, блядь. Даня, бля, какой же ты охуенный. Люблю тебя. Спасибо большое, Милка... Мил... Мика... Мика... Кина. Микалкина. Спасибо большое. Спасибо. Я тоже себя люблю, пиздец. Лилия. Да вы чё, Лилия, красивое имя, вы ебанулись, блядь. Вероника тоже разъеб, блядь. Ника лучше, чем Вероника. Хотя, да, Ника, да, как-то по-современному, чем Вероника, согласен. Да ладно, у меня мама... Ой, мама, говорю, у меня бабушка Люба. Да ладно, че вы? Нормальное имя. Так, смотрите, вон там вот такая хуёвина, блядь. Сейчас будем немножко... Опа, деньги. Вот здесь точно должны быть бабки, блядь. Или ключи от квартиры. Ну, ключей нет, но бабки должны быть. Ну, здесь записка никчемная, блядь, какая-то. Опять здесь никчемная записка ебучая. Ксюша, Милана, да хороший. Кира, Кирочка такая, да, неплохо. Василиса, неплохо. Дарья, разъеб, хорошая. Но Милан это уже такой немножко, знаете, что-то такое из Американии, блядь.
Поехали. Ебать, писанины просто. Бля, еще на двух сторон специально, чтобы я читал, бля. Привет, Данила. Хотел поблагодарить за то, что посвятил мне альбом. Нина Ход. А-а-а, тебя Нина тоже зовут, понял. Ну вот, Данил, нормально. А вот Даня. Ну, мальчик, иди пенал собирать. Да, блядь, да меня тоже бесит, что меня называете Даня. Я вот сам форсил, реально, вот есть такой момент. Я форсил постоянно, что я Даня Кашин, но я сам даже неосознанно это делал. А на самом деле Данила Кашин, это уже звучит по-взрослому, да? А Даня Кашин, ну, Влад А4 бумага, блядь, ну что-то такое, да, есть. Поэтому надо будет менять, короче, знаете, постоянно, ну, форсить, что я не Даня Кашин, а Данила Кашин. Я думаю, это адекватнее будет. Повзрослее. Ну, согласны, да, реально как-то, типа, по-детски. Ща. Бля, музыка на минимум. Ну, ладно. Короче, поехали. Ненаход. Тебя Нина зовут, да? Ага. Хоть и допустил название несколько ошибок, написав ненаход, но в этом есть своя романтика. Ага, просто пишешь, как курица лапой немножко. Была удивлена, ведь ранее думала, что ты больше по FL Studio, чем... Вуменсад. Какой нахуй Вуменсад, блядь. И, разумеется, я бы хотела стать твоей Валечкой Карнавал. Да обойдешься, она единственная, блядь. У меня ж гарем, блядь. Договор подписан. Короче, до встречи, может, еще денег пришло. Спасибо большое, Поля, спасибо большое. Ну, вылезай из леса, давай, немножко это самое. Немножко давай. Блядь, она душила як, блядь. Вот реально написала записку просто. Вот типичная девочка, которая пишет записку. Написала, значит, записку. И просто... Просто... Да это химическая бомба настоящая. Она просто пахнет этими духами, блядь. Просто... О, пизда, просто. Ну реально прям... Договор жестко, подписан. Блядь. Анекдот. Жена мужу. Саша, ну почему ты все время злишься? Да потому, что я Виталик. Блядь. Это хороший анекдот, блядь. Надо будет запомнить. Договор подписан. Данилка графа подстилка. Шаман, ну ты смотри, мы только с тобой помирились, у нас сейчас отношения снова испортятся жестко, блядь. Так вот, да. Блядь, просто я читаю, она мелко пишет, мне читать надо близко, понимаете? А от записки просто несет одеколоном, блядь. Она просто промочила записку. Блядь, ну Данил Владимирович Кашин в кепке Бравл Старс, это, конечно, сильно. Да, согласен, блядь. Договор подписан. Оцени имя Анна-Мария, это же КАС, ты опять рыжий дурак. Анна-Мария хорошая, как Кристина Лебедь, блин. Договор хорошая. Подписан. Даню Кашкин. Вот это прям самый лучший, если честно. Кашкин, да? Вот это самая лучшая шутка. Спасибо большое. Ну, я без агрессии. Так вот, да, как и в любой другой из твоего чатика, но думаю, что не... Ну, что-то там не спешить, короче. Ты очень похож на Ивана Степановича из сериала «Сваты». По говору дай вообще, посмотри. А ты очень похож на человека, который «Сваты» смотрит, блядь. Кто лучше, нахуй, интересный из нас? Да вы заебете? Ладно, еду, отправлю тебе письмо в километр. Спасибо большое, Полин, договорись. Ну, давай из леса выбирайся, это реально жестко. Так вот, да, ребят. Блядь. Фу, блядь. Так. Пока что я только открываю наш конкретно... А, конфетно-букетный. Отвечаю на твой широкий жест взаимностью. Дарю тебе рыжего кота с букетом прямиком из дурака. Да ты чё, бля, сейчас проверим, нахуй. Там не было котов, правда. Для чата. Видела, что тебе подарили вязаную игрушку. Ориентировка со... Даниэль Кашинов. Да что, блядь? Очень смешно. Вот это было отлично. Вот эта шутка была... Мощь. Блин, не хотела деньги отдавать. Спасибо, Фатэ. Рассказать. Кота кастрировать. Сегодня я ездила 2К на такси отдала. Бля, вот это жалко. Не то, что коту яйца отрезали, да, а то, что на 2К на такси отдала. Понял, буду сдать. Спасибо большое. Договор. Очень подписан. Добрые люди. Оцени имя Диана. Неплохое. 8/10. Ориентировка. Со, шпяк, кто... Договор. Да вы за... Что, блядь? Жду, когда пришлют фанфикс «Карнавал». Очень жду. Спасибо. Жи-жи-жи-жи. Хорошо. Старшпяк с... Договор подписан. Данила Владимирович, оцените имя Джулия, пожалуйста. Джулия, это которая это? Я экстрасенс Джулия. Вот это, да, короче? Договор. Интересно, подписан. Хорошее имя. Меня раньше Лизык Сосок называли. Ну, смотря где называли. Ну ладно, спасибо большое. Так вот, ориентировка со...
Бля, мне живот болит от того, что я дышу этим одеколоном. Да что вам нужно с донатами? Девочки, вот вам опыт женщины. Если хотите подкатить мальчиком со своими духами через письма, душите запястье, потом уже поэмы хуячьте. Ну вот это, блядь, это сильно, блядь. Знаете, как хорошо быть ангелиной сразу много имен. То Алина ты тут, то Алиса ты. Правда, разные... Договор подписан. Спасибо, Данечка, большое, ребят, за донаты. Делать? Если я подписалась на тебя, деньги сняли. А в чате я все равно плебей. Спасибо большое, но я не поддержка Твича, я прошу прощения, я не поддержка Твича, я не могу знать. Вот честно, вот, ну вот, я очень искренне хочу вам помочь, ладно, но я не знаю. Ладно, еще копеечка хотя бы тратить, прикольно, а то ни на что. Спасибо, Полин, конечно, в лесу жить, блин, спасибо большое. Ну хоть что-то, блядь. Так вот, да, я бы вам хотел помочь, но я не могу, я не, это не я, ну, я, как вам сказать, не я придумал Твич сайт, короче, я не поддержка его, не создатель, не могу сказать честно, поэтому хз. Спасибо, можешь перед F5 нажать, попробуй, вдруг. Ну, честно, но с поддержкой. Ориентировка, короче, я очень надышался этой хуйней, у меня живот болит, короче, от того, что там пахнет от нее. Договор подписан. Да вы надоели давать деньги этому мажору. Спасибо большое, Милун, дайте бог здоровья. Ориентировка, шмляк, поли... Договор подписан. Оцени имя Дарьяша. Бля, охуительное вообще имя, блядь. Вот реально лучше. Вот я сейчас понял, что лучше я никогда ничего не слышал. Алло, где мой донат? Это че такое? Сижу, жду. А его все нет, требую компенсацию. Спасибо большое. Где мой донат, если его нет? Ну, наверное, ты проебал его. Донаты я все читаю. Спасибо большое. Я все читаю. Ориентировка со шляпками, блядь, что-то... Какой из них, блядь? У меня знаешь, сколько игрушек ваших, блядь? А, вижу, скорее всего, вязаный с шапкой, да? Вижу. Договор подписан. Что значит не ты придумал, Твич? Что я тут делала все это время? Скам какой-то. Ну я здесь стримлю как гость, понимаешь? Я прихожу и здесь стримлю. Спасибо большое за донат, ребят. Спасибо большое за ваши донаты. Договор подписан. Привет, Данил, и продаю тебе свою донатную действенность. Передай ПЖ привет Насте, жене и Войду. Конечно, конечно, Насте, жене и Войду передаю большущий привет. Ребят, спасибо вам большое за донат. Дай вам бог здоровья. Договор подписан. Короче, не теряемся. Все, на связи. На связи, чё, как. Номер знаешь, цифры знаешь. Договор подписан. Ну так благодаришь за донаты. Как тебе еще деньги не отдать? Ну ладно, больше не буду. Да нет, ты чё? Сейчас самое время. Офелия, спасибо тебе большое за доллар. Счастья тебе и здоровья. Спасибо за донат. Договор подписан. Да. Ау. Да-да, я слушаю. Ребят, спасибо за донаты. Спасибо большое. Договор подписан. Данила Кашин, бог Твичи, почти не дурачок. Спасибо тебе большое, Шмони 69. Спасибо тебе большое за донат. Дай бог тебе здоровья, ребят. Спасибо вам всем большое за донат, ребят. Спасибо огромнейшее, спасибо. Договор подписан. Данила, а с контрактом можно донатить Каливеку, раз ты ему ЗП не даешь. Я к тебе передаю, кстати. Все, теперь даю, блядь, поэтому не получится уже, блядь. Спасибо большое, Эльфенок, спасибо тебе большое за донат. Договор подписан. Лауц щауль чего? Вот сейчас правильные вещи ты сказал, реально, вот... Спасибо за то, что конкретизацию какую-то внес в наш диалог. Спасибо большое, ребят. Спасибо за донат, ребят. С ванцами и со свитером, со стиком из дурака. Да, я его помню, вот теперь стоит, да, теперь я помню. Поэтому, кусая локотки, потому что она охуенная, согласен, добавила в кота проволоку. Какую нахуй проволоку, блядь? В
какого кота ты добавила проволоку? Я уже забыл, о чем ты раньше писала, блядь. Тут столько у нас событий, блядь. Так что ножки какие нахуй, ручки. Подписан. Привет. Привет. Как дела? Спасибо за донат. Бля, мне уже тошнит от духов. Договор подписан. Ты не будешь читать. Я буду читать. Я буду читать. Договор подписан. У меня, кстати, день рождения скоро, но поздравлять просить не буду, все такие это кринж. Конечно, конечно, ну раз у тебя день рождения, ты скажи, когда мы будем, ну, узнаем. Привет, диджей Картофан. Привет, спасибо за донат. Привет, привет, спасибо. Договор подписан. И чё ты улыбишься? Да, ребят, вы донатите, вот поэтому и улыблюсь. Спасибо за донат, ребята. Спасибо большое. Договор подписан. Я уже не знаю, что писать. Впервые хочется простого скидывать деньги мужчине. Слушай, спасибо тебе большое. Договор очень вовремя. Подписан. Спасибо огромное тебе, Дань, Джулика, за донат. Дань, Даня. А, чё так? А, спасибо за донат. Ребят, спасибо большое за донаты. Договор подписан. Ты не будешь читать. Я буду читать. Потому что она охуенно добавила... Подписан. Дань, оцени имя Миша Кавивак и передай Пэже привет Милане Чижовой. Милане Чижовой передаю большущий привет. Договор подписан. Любишь есть? Да, иногда можно. Спасибо большое, Egg Will. Спасибо большое. Поэтому кусай локти, потому что она охуенно добавила в код проволоку, так что ножки, ручки и хвостик гнутся. Надо... Договор подписан. Ты меня спать отпустишь или нет, блядь? Да, отпущу. Спасибо большое за донат, ребят. Спасибо большое. Потом, бля... Подписан. Не взрывайся, по-братски. Да, ты чё, какие взрывания? Спасибо большое, я что? Договор подписан. Ты черкашек. Опа, волос, опа, блядь, смотри, чей-то волос, блядь. Договор чей волос, нахуй, у меня в кепке, блядь? Отправила фото окошки в папку за папкой, только потом прочитал условия, что они должны быть ржачными. Надеюсь, бана не будет. Фото хорошие. Ну, надо ржачный, да, ну ладно. Привет, дорогой. Не отвлекаю? Не-не-не, отвлекаешь. Договор подписан. Блин, ну так поблагодарил. Я не могу. Как Джули Ванг наколдует тебе квартиру. Спасибо тебе большое за донат. Спасибо большое, привет, ребят. Привет, есть срочный вопрос, но я его не придумал. Ну как придумаешь, задавай. Поехали, так что ножки руль... подписан. Заебали своими донатами. Сколько можно их кидать? Да они все дайте в порядке. Человеку прочитать бумажку, ха-ха-ха. Спасибо большое за донат, ребят. Договор подписан. Любишь вопросительный знак, люблю, точка, докажи, восклицательный знак, докажу, точка, а достанешь звезду, вопросительный знак, да, да достану, смогу, точка, ты солгал, восклицательный я знак, я не лгу, восклицательный знак, ты не сможешь можешь достать, да не небо, почему. Достану. Договор подписан. Мёрн, спасибо тебе большое за 150 рублей, но вот сейчас без этого доната бы стрим бы дальше не продолжился. Спасибо большое, ребят, за донаты. Я добавил в кота... Подписан. Смотрю тебя с мемов 2. Ты гвоздь. Сам козел. Спасибо большое. Спасибо большое. Я сам себя с мемов 2 смотрю. Боже мой, как же он байтит на донаты, я не могу. Я байчу, я ничего не делаю, я просто пытаюсь почитать. Договор подписан. Я доел абрикосы. Буду знать, ребят, спасибо за донаты. Так что ножки, ручки, хвостик гнутся. Не хотел... Кто не хотел, я готов к подборке мемов смотреть, так что пусть вживую кто красуется. Договор подписан. Блять, Данила, спасибо, что дочитал письмо без промедлений. Двач весь плакал. Никаких проблем, спасибо большое, ребята, вам за донаты. А, отправила бы еще мини-сиську, какую нахуй сиську, блядь, мини-сиську виски. Подписан. Подруга сказала, что от тебя пахнет мужским одеколоном так же, как от этой бумажки. Но я не сильно, да не пизди, я аккуратно пшикаю. Я... Слышишь, нахуй, я даже донат сейчас выключу, я знаешь, как пшикаюсь, блядь. Я нахуй перед выходом пшикаю облако и в это облако захожу один раз, блядь. От меня чуть-чуть пахнет, вот прям капельку. Не... Мужики, не душитесь вот так вот, хуярьте, это же, ну, дурка ебаная. Да-да, воняет от меня одеколоном, ну-ну, блядь. Мы захватили стрим, ты под нашим контролем. Положи письмо на стол и подними медленно руки, солнышко. Спасибо большое за донат. Да, попозже. Что читаешь? Да, решил на досуге прочитать одну книженцию про охуевших донатеров.
Привет, а у тебя бывало когда-то такое, что на чем-то очень сильно пытаешься сконцентрироваться, но тебя вечно что-то отвлекает? Никогда такого договор не было, ребята, подписан. Потому что у меня все договор всегда подписан. Собрано. Что? Какой договор? А, подписан. Хорошо, договор спасибо подписан. Большое за донат. Где Данил Какаши на его шоу? В тюрьме сидит. Спасибо большое, ребят. А может, еще вопросы есть какие-то? Блядь, косарь. Блядь, мне донаты ебошат. Лампово посидели. Всем хорошего вечера, Дань, Чач. Хотела сказать, тот оркестровый клип Федука есть на Кинопоиске и Лав с Антоном Беляевым. Спасибо большое, будем знать. Спасибо большое за косарь, я Настя. Ты реально очень приятно. Я рэпер, ты буду знать, Мирон Янович. Спасибо большое за донат. И как вишню сорвать точка, я смогу восклицательный знак, снова лжешь. Так поди, докажи восклицательный знак, но тогда мне придется отдать свою жизнь, точка, так отдай. За меня восклицательный знак, но что? Ну что отдать? Правильно, правильно, вот это самый важный вопрос. Что в итоге я должен тебе отдать? Спасибо, ребят, большое за ваши донаты, хуй бы что я без них делал. Спасибо вам всем большое. Спасибо, спасибо, ребят, за поддержку. Блядь, сука, вот сейчас же начну, смотри, блядь, сейчас же начну, я просто боюсь начать, я сейчас начну и придет донат, вот смотрите. Отправила бы еще мини-сиську виски ради красивого... Договор подписан. Поддержи Даню, ясеньку и надо поддержать. Даня, 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 хорош Данил, реально, гига хорош, просто лучший. Счастья, любви, здоровья. Спасибо большое, сочный чапалах, спасибо тебе большое. Честно, пойду как я спать, удачи и заранее спокойной ночи. Заранее договор тебе подписан. Тоже спокойной ночи, спасибо за донат. Говорит, что Даня до сих пор читает письма. Может быть, это договор не тоже. Подписан. У меня уже вся комната провоняла этой хуёвиной, бля. Вы понимаете, о чем я, нахуй? Мне до сих пор вся комната уже воняет, бля. До сих пор, говорю, провоняла уже. Договор подписан. Данила Дима Цапля лучше. КСТ, просто интересно, почему ты перебил дарк готическим шрифтом? Просто напоминает фрактуру. Можешь погуглить, чьи это. Да я понял, ну просто какой шрифт подошел, такой набил, потому что до этого был пиздец. Поздравь, пожалуйста, мою сестру Дашу с днем рождения, очень хочется ее порадовать. Конечно, конечно, поздравляю Дашу с днем рождения. Спасибо большое за донат, ребят, вам всем счастья и здоровья. Спасибо за поддержку. Блять. Отправила бы еще мини-сиську виски ради кра... Договор подписан. А ты кто? Расскажи немного о себе. Да вот стримлю, музыку пишу. А у вас договор как дела, ребят? Подписан. Расскажите тоже Митохон немножко. Митохондрия и я. Отправила мини-сиську ради красивого договор ухаживания. Подписан. Мяу-мяу. Спасибо большое за донат. Да вам бог здоровья. А меня ухаживание, но есть... Подписан. Будет потом вопросительный знак, ты докажешь любовь, точка, я еще не готов, точка, уходи, восклицательный знак, почему вопросительный знак, ты мне лжешь. Будешь лгать, точка, ссор, дальше лень. Договор. Блядь, да ебалый в рот, блядь. Предлагаю донатов еще и в конце. А почему бы и нет? Я думаю, Чач поддержит. Спасибо большое за донат. Так, ради воротил, друзья, есть мания, какая нахуй, но есть мина... А, шанс, что... Что посылку в объем... Блин, что? Договор что подписан. Почта, а посылку... Я хотела весь стрим не донатить, просто мне нравится, как ты с донатов бесишься. Никогда не бешусь с донатов. Спасибо вам большое за поддержку, ребята. Дай вам бог всем здоровья. В общем, письмо договор так, что проверяю подписан. На печеньках. Первый каких нах... А печенье здесь что вижу. Что насчет имени Варвара? Варвара? Ну, что-то от варварской, договор да, такое? Подписан. Ну, Варвара и как хорошая. Какому байтеру не задонатить? У меня, кстати, ДР 17 июля. Жду поздравления с философскими мыслями. Ну вот 17 июля и поздравлю, иди отсюда, блядь. Бля, сука, проклятие ебаны. Вот смотрите. Отправила бы еще мини-сиську виски. Блядь, за проклятие. Данечка, покажи еще раз класс камеру, я сфоткаю. Спасибо большое за донат, ребят. Подписан. Ты воняешь. Теперь да, блядь. Договор подписан.
Я знаю, что ты негативно относишься к предложениям на концертах. Но я сказала, что соглашусь выйти замуж только на твоем концерте под Агаин. Никаких проблем, спасибо большое за донат. Ку, денечка. Подписывай донатный договор. А еще цени имя Вика. Хватит донатить этому рыжему таракану. Разъебанное имя. Просто роскошь. Да ебаная черешня, хватит говорить. Я не могу песню за шазамить. Не, реально, че за плейлист? Это Session Special UK Garage. Спасибо большое. Бля, я здесь до утра, походу, блядь. Просто пиздец. Отправила бы еще мини-сиську виски ради красивого договор ухаживания. Подписан. Шурпик Бублик, спасибо большое за донат. Договор спасибо. Подписан. Отключить донаты и нормально прочитать письмо. На ЛОА. Продолжать байтить на донаты и ждать нарезки в ТикТоке. Yes. Что такое ТикТок, напомните вообще? Что... Что-то знакомое. Подписан. Читал портрет Дриана Грея? Конечно, конечно. Договор подписан. Эту сумку мне муж купил. Эти Ролексы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Спасибо большое, Софа. Вот без этого доната мы бы не смогли дальше продолжить. Спасибо тебе большое за поддержку стрима. Блять, отправила бы еще мини какую сиську, а, виски, ради красивого ухаживания, но есть шанс, что почта, короче, эту посылку разъебет, типа, так что проверяю на печеньках. Важный есть! Вопрос. Успел! Думал, если бы донаторы жестко отвлекали от прочтения письма подписчицы. Договор спасибо подписан. Большое, не знаю, все что хорошо? Бы я делал. Слава богу, что я не попадал. Все отлично, Машка, спасибо большое. Ребят, осталось договор чуть-чуть, вот столько. Подписан. У нас парные кепки теперь. Спасибо большое за донат. Буду знать. Спасибо большое. Бля, ребят, осталось чуть-чуть. Поехали. Ну, если уж совсем откровенничать, то писать мои чувства при просмотре твоих стримов можешь только, цитируя самые простые слова, средневолосый. Какой средневолосый женщины? Какая нахуй сходка в мам купи, блядь. Вырубай донат, а то мы сейчас тебе на квартиру соберем. Не дай бог, блядь, это произойдет. А, сочные слова — это синеволосые женщины. Я фантазирую так. Как будто мы заказываем гостиницу, приезжает, заходим в отель... Договор подписан. Волк, или серый волк, или обыкновенный волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Наряду с койотом, обыкновенным шакалом и еще. Договор спасибо большое за донат. Подписан. Оцени мой донат от 1 до 10. Ну, восьмерочка, есть куда стремиться. Договор подписан. Читать не умеет, позор. Бывает, да, у меня моментики. Договор подписан. Кто твой любимый бравлер? Леон. Все, договор последний. Договор подписан. Сода Драндулет, я тебя скипаю. Спасибо тебе большое, Сода Драндулет, за 150 рублей. Поехали дальше. Ну, если уж совсем откровенничать, писать мои чувства при просмотре твоей... А, да-да-да, точно, я фантазирую так, как будто мы заказываем гостиницу, приезжаем... Номер. Что такое тик-тик? Тик-так, тик-так. Сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании Батиданчи. Буду знать, спасибо большое за донат. Спасибо большое. Шторы занавешиваются. Договор подписан. Как можно как было не Олега угадать, без... блядь? О. Как зовут Олега без ног? О. Договор подписан. Привет, оцени по 10-бальной шкале, Ник Машинка. Спасибо. Ну, девяточка, все равно есть куда стремиться. А, так, раздевайся, ну, заказали там шампанское, договор, ну, закуску подписан. Такую, чтобы... Думал Бемриной задонатить, но пока не идет туда, как то. Ну, Бемриной мало чего идет, блядь, нормально. Спасибо большое. А, шампанское идут, закуску такую, чтобы к столику все это... Договор, а, блядь, в общем... Давай стрим по Бравл Старсках. Да, конечно, давай, спасибо большое за донат, ребят. Спасибо вам всем большое за донат. А, блядь, вору душ... Короче, это цитата Людмурика. Все, мы дочитали. Все нахуй, сосать, блядь. Ого, блядь, нахуй, вот это было испытание, блядь. Вот это было мощно, блядь. Да, блядь, с ускорением, нахуй. Я успел дочитать эту хуёвину, блядь. Все нахуй. Договор подписан. Дань, оцени еще фамилию, нужная сочетаемость с именем. Нужная Джулька? Ну, кстати, неплохо. Я хочу Джул.
Так, так. Ух, нихуя себе, ребята. Сейчас я вам буду показывать. Ребят, сейчас буду показывать внимательно. Печенье. Ладно, шучу. Ну тут реально печенье, блядь. Блин, мне такое нельзя, блядь. Ну красивое печенье, блядь. Американо! Блядь, американо! Как ты угадала, что я сегодня это слово буду говорить? Смотрите, американо, блядь. С американи реально привезла, блядь. Да ну нахуй, блядь. Только сегодня, да, говорили, блядь? Понятно. А с мини-сиськой то че? Хуй знает, что-то про мини-сиську скотча хотели мне прислать, но побоялись. Чокобойчик, прости, я очень люблю отдавать тебе свои деньги, но я заебалась уже. Буду знать, спасибо большое, Шизализа. Держи, точка, отправила бы еще мини-сиську виски для красивого ухаживания. Ну пока так. И это я уже прочитал, кстати, да, да. Это было, было. Полчаса, да, читал? Ебать, ну это сильно. Ну, ребят, смотрите. Всех ДК. Еще цветочки, смотрите. Блядь, только они отвалились как-то. Блядь, они от руки отвалились нахуй. Ну, короче, цветочки из дурака онлайн, видите, в руке. Это вам, блядь. Ребят, это вам. Всем донатерам спасибо большое, кто сейчас мне мешал. Ребят, это вам. Спасибо большое, донатеры. Надо еще, чтобы кепка была видна. Вот. Скриньте, скриньте. Блять, вот это хуёвина я себе оставлю, блядь, на всю жизнь, нахуй. Сука, похоже, похоже, блядь. Я похож был, да? Похож, похож. Договор. Смотри, какой кот. Заснула по твой стрим, уютненько вздремнула. Вот тебе мои деньги. Запомни меня. Я спать, всем спокойной ночи, чач, родной. Спасибо большое, Карина Тварина. Спасибо большое. Ну ты так не спи во время стрима, смотри, я могу про пиздонов дать, блядь. Так, что тут еще? Непристойно вяжу непристойности. А, о! Ребят, вот у человека. Бля, я не знаю, вы сможете? Как мне сделать-то, блядь? Ну, QR-код, если сможете сейчас, ребят, за этот. Давайте, давайте. Вот человек, который прислал сейчас кота. Во. Вот сейчас должно, смотрите, вот сейчас должно. Фу, я уже устал эту бумажку держать, она кого-то тяжелее гантели, нахуй, ребят. Договор подписан. Нет. Милун, спасибо большое за донат. Поехали, Twitch одобрит, пишет. Что одобрит, блядь? Что это такое? Что-то по смене пола, чи не, блядь? Что это, блядь? Я теперь всем идиотам буду это показывать, чтобы они не шутили ненужное. Буду знать, спасибо большое за донат. Чё показывает только Джулька? А, ты про... Я хочу Джул! Что это, блядь? The Act какой-то. Какой нахуй Act, блядь? Половой, блядь? Договор. Чё это такое, блядь? Что за хуйня? Какое на запах 30-минутное письмо. Ну, звучит... Ой, пахнет как, блядь... Как духи. Сходка в пятерочке на гостином дворе через час. Поехали. Там нет пятерочки, правда. Ну ладно, спасибо большое. Договор. Крем для рук, зубная паста, нет, по-моему. Brawl Stars условно бесплатный многопользовательский шутер с видом сверху для мобильных платформ от создателей Челашев, Челанс и Челашевая. Буду знать. Спасибо большое за донат, ребята. Мне нравится наш коннект. Спасибо большое. Она написала Twitch одобрит, смотрите, с бумажкой. Что это такое? Веган... Natural Oils, так, натуральное масло. All Genders, это подходит для всех гендеров. No Tested on Animals. У меня первый донат в истории. Спасибо большое, Джарахов, с днем рождения, тебя поздравляю. Тебя, правда, было недавно, но ладно, спасибо большое. На животных нельзя, короче, это... Democratization of Beauty. Крем для ручек просто. Non-tested on animals. Да-да-да, нельзя, блядь, оказывается. И что это, блядь? А, во! Способ применения. А нахуя вы мне объясните, что это, блядь? Крем для тела. А, грушевый пирог. И нахуя он мне, блядь? Какой нахуй крем для тела, блядь? Это российский бренд. Да, я вижу, кстати. Какой? Бля, у меня живот болит от этого запаха, нахуй, одеколона, блядь. И чё? Договор. А, да, боди-крем, реально, блядь. Дань, запомни фамилию, пожалуйста. Нужные хотят Джул лучше, конечно.
Конечно, конечно, нужное. Спасибо тебе большое за донат. Ну ты называйся нужное, и все. Спасибо за донат. Твич одобряет, говорит, крем, блять. Проветри. Че проветрить? Договор подписан. От сердца отрываю свои 150 рублей, лишаясь донатной девственности первый и последний раз. Надо и добрых слов сказать за это. Спасибо большое, договор аноним. Подписан. Дайте бог здоровья. Часто на гостинке бываешь? Вообще-то там есть конечно, пятерочка на итальянской. Я там постоянно бываю. Так это не гостинка, это уже итальянская. Ты что, на гостинке не бываешь? На гостинке пятерочка там нету. Но она на итальянской. Но это итальянская, а гостинка это другое место. Спасибо большое за донат. Ну пахнет как... Договор подписан. Передай пример Емелиной Дарье. Она очень тебя хочет обнять и вообще хочет в СТР с тобой. Договорились, блядь. Емелина Дарья. Привет тебе большой. Ну пахнет, не скажу как-то. Это смазка, да? Договор подписан. Данила Владимирович, ну, кремом Кашин, пахнет. Более известный как ДК. Российский видеоблогер, рэп-исполнитель, электронный музыкант и стример. Ну хоть начал электронный свою. Музыкант, хоть что-то, блядь. Спасибо большое договор за донат. Договор подписан. Нихуя письмо душит. Спасибо. Спасибо большое. Ну пахнет как крем, да, наверное. Это же не смазка, да? А чё он... Ну, вообще, он слишком вязкий для смазки, ребята. Ну, я не особо шарю. Ну, пахнет обычно, я хуй знает. Ну, как-то... Я просто не особо кремами пользуюсь. Ну, наверное... Ну, как крем пахнет, я хуй знает. Какой-то карамельный, кстати. Крем для тела? Договор подписан. Я хочу Джул. Я хочу Джул. Спасибо большое. Ну, все, вроде все. И печенье американо, лянь. Ну, все, ребят... Кожу натирать, это крем, да-да-да. Да это крем, блядь, смазка, ребят. Ну ладно, просто смазка так не выглядит, понимаете. Смазку смысла нет такое делать, ребята. Поэтому это крем самый обычный. Ну карамельный, договор, да, по-моему. Подписан. Приходи в гости, адрес помнишь. Спасибо, в лесу который, да, буду знать. Спасибо большое. Ну вот, ребята, это ваши все распаковки. Сегодня, я считаю, распаковка была невероятно динамичная. Невероятно разъебывала прям. Я так все бы... Я, так, наверное, так быстро никогда не распаковывал. Бац, бац, бац. Хоп, прочитал, что надо, блядь.